На большой пресс-конференции Владимир Путин развеял миф о том, что основная часть современной экономики России – это наследие Советского Союза, и рассказал, что было сделано за последние 10 лет. 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. 12 средний возраст машины и оборудования в перерабатывающей промышленности – 12 лет. Советский Союз был всегда покупателем зерновых. Сейчас Россия – самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Напомним, Владимир Путин собирает большую пресс-конференцию в 15-й раз.